Слушайте, а я не даю интервью. Почему? Свобода политзаключенным. Это основной лозунг сегодняшнего мероприятия. Свободу политзаключенным! Здорово прошли. Покричали немного. Портреты несли. Организация неплохая. Люди пришли, это радует. То, что люди пришли. А вот вы портрет держите, это вот ваши знакомые, родственники? Или вы просто сознательный человек? Ну, скорее всего, я просто сознательный человек. Я знаю, что мы несем портреты узников 6 мая. Это те люди, которые сейчас преследуются. Кто-то из них сидит, кто-то под подпиской не выезде. И я прекрасно знаю, это совершенно очевидно, что они ни в чем не виноваты. На самом деле, ну, это узники совести, да? И это просто моя гражданская ответственность как-то их поддержать, завить. И достойно, чтобы управляли ей честные, достойные люди, а не коррумпированные, лживые, лицемерные власти, которые уже издеваются, мучают многие годы, научившись правильным словам. Еще не побеждал никто! Флаги с ресторана убираем!